В ночь на понедельник, 20 января, в одном из дворов Севастополя сгорел припаркованный внедорожник Range Rover Evoque красного цвета. Возгорание началось с капота автомобиля примерно в 23:30 субботы. По словам очевидцев происшествия, пожарный расчет прибыл на место за очень короткое время, приступив к тушению, когда машина еще не полностью была охвачена огнем. Однако передняя часть внедорожника в итоге сгорела полностью. Происшествие случилось во дворе жилого дома по адресу улица Вакаленчука, 21. Люди и другие автомобили не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.